Чтобы рассказать о своей стране, не обязательно в совершенстве владеть русским. Тем более, что словами не накормишь. А вот национальными яствами и глаз порадуешь, и желудок. Куртоп, самса, манты – больше 30 блюд приготовили сегодня иностранные студенты технического вуза ко дню национальной кухни. Это дульма. Добавляем мясо, рис и картошка чуть-чуть. И лук. И надо лист и картошка, и все. Где готовили? Как готовили? Мы готовили в общежитии, седьмое общежитие. Таджикский, узбекский плов и казахские баурсаки. Этим русского гостя уже не удивишь. А вот жареные бананы были на празднике впервые. Их готовил студент из Индонезии. Рецептом он так и не поделился, только начал изучать русский. Египетские же студенты рассказали, что ради сегодняшнего события с самого утра стояли у плиты и приготовили сразу 4 блюда. Вот это кушари. Кушари — это рис и макароны, и рис. И сальса потом. И это хумус. Хумус называется нут. Нут, да. И вот это фуль. Фуль — это фасоль, и можно добавить вот это тумету и чеснок. В ЛГТУ рассказывают, День национальной кухни празднуют в вузе больше 10 лет. И традиция эта больше, чем просто блюда из разных стран. Наша Россия — это сама по себе многонациональная страна. А плюс еще то, что Россия всегда была центром притяжения других стран. И для нас это очень важно. И мы же здесь рассматриваем не только как отношение к России, но и отношение стран друг с другом. Поэтому наш университет, в частности, становится площадкой для такого межнационального общения. Ну и, конечно, самая любимая часть праздника – дегустация. И здесь ни один стол не остался без внимания. Вкусно, несмотря на различия языков и культур, оно повсюду вкусно. Анара Шагирова, Александр Антропов. День с толком.